Здравствуйте, вы смотрите новости 24 на телеканале РЕН-ТВ Брянск. И в начале выпуска о чрезвычайном происшествии. Тело 6-летнего ребенка нашли местные жители села Марачево Жирятинского района. Предположительно, на мальчика напал дикий зверь. Трагедия произошла около 10 часов вечера. 6-летний мальчик гулял недалеко от леса и, как предполагает Следственный комитет, стал жертвой нападения зверя. Тело ребенка обнаружили местные жители, они и вызвали полицию. Приехавшие на место специалисты не исключили, что на мальчика напал дикий зверь. Продолжается выяснение обстоятельств гибели 6-летнего мальчика в селе Марачево Жирятинского района. Его тело со следами укусов и рваными ранами обнаружили местные жители вечером 20 января текущего года в центре населенного пункта. При осмотре места происшествия следователи зафиксировали следы животных. Полученные фотографии будут представлены для изучения специалистам. Следствие не исключает возможности нападения на ребенка дикого зверя, так как село на всей своей протяженности граничит с лесом. Как пояснили родители погибшего ребенка, буквально за 2 часа до трагедии дошкольник пошел прогуляться. По информации пресс-службы УМВД, семью ребенка можно охарактеризовать как проблемную. После трагедии Брянское общество защиты животных ВИТА своим обращением на сайте призвало людей не поднимать панику. Просьба не накалять ситуацию обоснована многочисленными несоответствующими заголовками в средствах массовой информации. Эту информацию сегодня опубликовали ряд СМИ. Заголовки пестрили, конечно, что собаки разорвали, собаки порвали. На сайте следственного управления опубликована фотография с места происшествия со следами животных. Там вот размер следа более 10 сантиметров, что свидетельствует о принадлежности следа такого размера очень крупному зверю. Со своей стороны мы выражаем искренние соболезнования семье погибшего ребенка. Это страшная трагедия. Ну и обращаемся ко всем здравомыслящим людям, и в том числе к журналистам. Мы просим не нагнетать данную тему на уровне домыслов и слухов, а дождаться все-таки официального расследования, которое установит обстоятельства гибели мальчика. По факту гибели 6-летнего мальчика Следственный комитет продолжает проводить проверку.